Сегодня вся Россия отмечала 73-ю годовщину Великой Победы. Самого, наверное, главного праздника в нашей стране. Оплаченного кровью миллионов наших соотечественников. И от этого более великого, торжественного и скорбного. В Карачаево-Черкесии празднование 73-й годовщины Великой Победы началось сегодня рано утром с торжественной церемонии возложения цветов и венков к мемориальному комплексу «Огонь вечной славы» в Черкеске. Почтить память воинов, сражавшихся и погибших на фронтах Великой Отечественной, пришли глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, члены республиканского правительства, офицеры гарнизона, представители общественных организаций и молодежь. После возложения цветов к вечному огню почетный караул дал троекратный залп в память о солдатах, отдавших свои жизни на войне во имя победы.